Приветствую вас, я Евгений Фук, и я с удовольствием представляю вам новинку на российском рынке товаров для аэрографии. Это компрессор японской фирмы Iwata MaxJet AS1000. Компрессор установлен в специальный портативный и крепкий кейс. Для охлаждения компрессора установлены дополнительные кулеры, которые оберегают компрессор от перегрева. Все технологические выходы сделаны на внешнем корпусе кейса. Все, что нужно, только присоединить шланг и электрический кабель к корпусу кейса. Также в корпусе кейса имеются специальные полочки и ящик, в который можно положить все необходимое для аэрографии – аэрографы, краскопульты, краски, кисти и так далее. Сам кейс имеет выдвижную ручку и ролики для легкого передвижения. В комплект поставки входят кейс и сам компрессор, 3 шланга по 3 метра, регулятор давления с 2 выходами, первый под аэрограф, второй для краскораспылителя. Подставка под аэрограф. Подставка под краскопульт. Электрокабель для подключения компрессора к сети. 2 запасных воздушных фильтра, запасной фильтр на всасываемый воздух, ключи для закрывания кейса, все секции компрессора съемные. Внутри установлен двухпоршневой безмасляный двигатель, встроенный ресивер на 2,5 литра. Производительность компрессора 40 литров в минуту, рабочее давление до 5 атмосфер. Вес чуть более 14 кг, уровень шума до 60 дБ. Рабочий цикл 60 минут без перебойной работы. После 60 минут нужно дать отдохнуть компрессору в течение 20 минут. Рабочее напряжение – это обычные 220 вольт.